Перевозчики в зоне внимания госавтоинспекции. В Иркутске к ответственности привлекли 3 водителей общественного транспорта. Все они грубо нарушали правила дорожного движения, выезжали на встречную полосу, совершали опасные маневры и двигались на запрещающий сигнал светофора. Выявить лихачей удалось в ходе мониторинга социальных сетей. По дороге было препятствие, решил объехать слева, тем самым оказался не в своем ряду. Правил не нарушаем, стараемся не нарушать. Так вышло, ну и впредь постараемся, чтобы такого не повторялось. Со мной была проведена беседа с сотрудниками ГИБДД и руководством нашего предприятия. И впредь постараемся исправиться и по данному направлению не совершать такие движения. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.